дороги, наш маршрут всегда вперед. Наши главные визы надо, будем и на взлет. Развели костер, накрыли стол, угощают гостей, ветераны Бердского электромеханического завода. Предприятию в этом году исполняется 65 лет, 40 из которых на счету многих заслуженных работников. Но в этот день трудовые рекорды никто не сравнивал. Надо весело проводить зиму. А вам самое главное – хорошего настроения, чтобы оптимизма было всегда много, улыбок много, и здоровья у всех было. И у ветеранов, и у молодежи. И все занимались собой. Как в производственном плане, повышение квалификации, как здоровьем занимались, физкультурой, сейчас нам сказали, все мы должны заниматься. Не забываем, тут говорят, тоже будут спортивные мероприятия. Раз, два, три. Отдых на природе предполагает особенные спортивные дисциплины. Мужчины кололи дрова на скорость, женщины кидали валенки на дальность. Программу праздника дополнили лыжная эстафета, шуточная борьба и поднятие гири. Проводить зиму пришли более 300 сотрудников БМЗа. Шашлыка было приготовлено немало, но с оглядкой на технику безопасности. Заводчане все-таки.